Добрый вечер, снимаю вечернюю Преображенку. Вот здесь храм такой, здание красивое, все светится. Хотя снега нет, но столько освещения, что светло. Пойду здесь. Храм Преображения Господня на Преображенской площади, основан на территории полкового двора лейб-гвардии Преображенского полка в 1743 году, а 1747 взорван в 1964 году и восстановлен на прежнем месте по благословению патриарха Московской всей Руси Алексея II и распоряжению правительство Москвы, освящен патриархом Московской всей Руси Кириллом в 15 году, 8 мая. Вот такой храм. Храм действующий, расписание висит. Преображенская площадь. Храм в честь Преображения Господня. В честь этого и площадь названа. И полк Преображенский был. Такие здания красивые. Здесь и вечером красиво, в любую погоду. Храм как корабль такой красивый. Идем мимо. И вот с той стороны. Советуют с той стороны. Я уже здесь иду. Сейчас много вот современных красивых зданий. Глаз, конечно, радует больше храм. Хорошо. Здесь елочки. Воинам Преображенского полка вечная память. Вот такая вот стела с крестом. Такой вот скверик здесь. Вечно зеленый, потому что елочки, березки красиво украшают тоже. Еще раз посмотрим на храм. Вот так.
надо ехать домой. Всем всего доброго.